Нового есть в заповедниках столбы. Ну и вот я как и председатель, и как депутат очень рада, что в нашем депутатском корпусе появился такой человек, Вячеслав Михайлович. Потому что вот та атмосфера, та природа, в которой он пребывает, она делает его совершенно необыкновенным среди нас человеком. Вячеслав Михайлович, спасибо, что вы пригласили. Еще раз всех вас поздравляю. И второе. Вячеславу Михайловичу, давайте поаплодируем, еще раз его поздравим. И второе слово, Андрей, это вам. Вот вы не случайно в вашей раздатке написано «Ваш Андрей Гришаков». Вот вы действительно наш. Наш Андрей Гришаков. Первый раз я Андрея увидела, когда он тоже показывал свои фильмы. Я была совершенно очарована той режиссерской работой, теми сюжетами, которые были представлены, потому что все это было связано с природой, с нашим краем, с нашим городом. Поэтому вот так я познакомилась с Андреем Гришаковым. И хочу сказать, почему наш Андрей? Потому что мы живем в такой красоте, рядом с такой красотой, и мы очень редко поднимаем голову в небо. И вот такие фильмы, как этот фильм, они заставляют нас посмотреть в небо, услышать совершенно изумительные звуки, увидеть замечательные краски, увидеть братьев наших меньше, увидеть, какое чудо сотворено вокруг города Красноярска и в каком красивом, замечательном месте мы живем. Поэтому спасибо огромное. Нужно побольше таких фильмов, потому что, чтобы мы ценили то место, свою малую родину, где мы живем. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.